Ну, еще раз хочу поприветствовать Баразвада Зор Рахмат Килюгазачан. Я думаю, что очень важно, чтобы мы друг к другу приезжали, общались. И, конечно же, важный этап в жизни наших братьев крымских татар. Как бы ни было, те события, которые происходят, они происходят, и мы должны четко понимать, чтобы интересы крымских татар, их судьба, она имела хорошую перспективу. И понятно, что опыт Татарстана, в части нашего бытия в масштабах новой России, он очень важен, и мы прошли большой путь. Имеем свои видения, наработки. Я думаю, что в новых условиях то, что происходит в Крыму, в этой зоне, она должна иметь четко продуманные цели и направления, которые были также, где были учтены интересы коренного крымско-татарского народа. Но у нас уже было несколько делегаций. Мы уже неоднократно встречались. Наши специалисты постоянно работают на территории Крыма. Мы должны активно вовлекаться в процесс, когда сейчас идет формирование федеральной целевой программы, чтобы вопросы, связанные с районами, где компактно проживают крымские татары, где, ну и в целом, как было сказано, что формирование подпрограммы, чтобы она на самом деле была и учла интересы людей, которые сегодня представляют крымских татар. Понятно? Поддерживать, учиться. Это тоже очень важно. По-моему, у вас еще сегодня полгода, да? Да, очень важно.